Всем привет, друзья! Последний день весны. Это жесть просто. Сколько градусов? 16,5. Но ночью вообще 7. А в это время обычно лето в полном разгаре. 31 мая. Подписчик наш прислал нам крыло. Спасибо ему огромное. На горбаты. Сейчас посмотрим, правая или левая. В общем, левых много. Цена невысокая. А правая в серьезном дефиците. Интересно, какое. Ну, неважно. Дареному коню в зубы не смотрят. Какое прислал. За любое спасибо. Просто интересно. Как-то, видно, в Советском Союзе выпускали. Макс говорит, а как такое? Ну, типа, я говорю, ну, как вот. Одних сделали больше, одних сделали меньше. Так получилось. И, соответственно, вот левых в продаже на OLX немерено, а правых почти нету. Ну и цена отличается в 3 раза или в 4 даже. Сейчас мы посмотрим, какое. Одно нам, естественно, левое от деда досталось. Тоже ему спасибо. И за контент. И за ваши просмотры всем спасибо. Кто не смотрел нашу покупка 3 по цене 1, первый запуск за 10 лет, заходите, смотрите, там нормальное кино получилось. Эмоции за сутки. Такое количество. Как за год, наверное. Сейчас смотрим крыло. Спасибо. Так, крылышко. Правое, представляете, это дефицитнейшее крыло. Вижу даже в упаковке, что оно правое. Как бы вам показать его по-быстрому. Разрежем. Нет, друзья, я ошибся. Крыло левое. Под поворот нету отверстия под повторитель. Ну, левое немножко лежало долго. Налет ржавчины. Ну, это мелочи. Пройдем преобразователем. Правая придется. Ну, посмотрим, когда будут рихтовать. Может, придется купить. А может, и так обойдемся. Ну, одно новое уже. Хорошо. Еще раз спасибо огромное. Скоро будем реанимировать полностью горбуна. Всем до встречи. Пока.